Всем привет! Каждый день на моем канале прикольные классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну а сейчас анекдоты про 23 февраля. Поехали! Муж жене: ну когда уже наступит 23 февраля, а то пена заканчивается, да и носков целых нету. Разговаривают два друга, и один другому говорит: ты что, с девушкой со своей разошелся? А другой говорит: да дура она, у меня пена для бритья закончилась, дезодорант, а она мне ноутбук на 23 февраля подарила. Жена мужу: дорогой, а давай свадьбу сыграем 23 февраля. Муж: не надо мне портить праздник.